Японские мудрецы считают, что хотя бы один день в неделю человек должен ничего не делать. В этом и кроется секрет его долголетия. Так вот, чем заняться, когда нечем заняться? Узнаем. Почитать книгу, посмотреть кино, как-то, знаете, развить свою душу, свой внутренний мир. Ну. Пойти гулять по городу, или, ну, когда идут мимо люди, и ты идешь, и просто посмотреть на город с другой стороны. Посмотреть на то, что ты это видел каждый день, но заметить что-то новое. Сиди и слушай радио, там что-нибудь хорошенькое скажут, может быть. Спортом? Поспать, что ли? Вот и все. Ну, наверное, вопрос немножко не по адресу. У меня 6 внуков, и поэтому мне всегда есть чем заняться. Вот на данный момент гуляем.